Продолжаем проходить по Horizon. Что? Ладно. Так, загружено, ладно, не оборвалось, ничего, все отлично. Да. Продолжим. Там у меня антивирусник вылез какой-то. Пожаловался на это. Если я доберусь до той вышки, смогу перебраться с нее к челноку. Что ты хочешь? Открыть газ, вырубай. Блядь, я же прыгну. Блядь. Сука, закопался куда-то. Хуй тебе, понял? Златошипный перец. Вот, по лестнице надо подняться туда. Так, надо. Так, там наверху балка. Попробую прыгнуть и зацепиться за нее крюком. Вот так. О, нифига себе, блядь. Нажмите левый контур, чтобы взмыть в воздух. Еще летать умею быстро. Я наверх лезу не просто так. Мне кажется, сейчас мы будем нахуй летать на куре. Получилось.
шаткая вышка упала, займусь другой. Я тогда не... Так, с один момент, буквально. Прожи. Но здесь есть кабель, можно перебраться на пустыню. Так, теперь только вверх. Ёбаный. Челнок держится на тех огромных зажимах. Где-то рядом должен быть пульт управления. Если отключить зажимы, челнок свалится на голову машины. Так. Пустыни просто так. Чудесно. Это вот. Ну это легкие. А тут не особо. Машин внизу. Они съебутся сейчас. Блядь. Чтобы понять, как отсоединить их. И как мне забраться на вышку? Бля, кусты пиздец. Съебываться оттуда нахуй. Тут можно залезть? Скажи, что можно. Нельзя. Блядь. Как вот я попробую просканировать, ёбывать надо. Грунь добавлять. Хоп. Ай, блядь. Прыгай, блядь. А сила-то нет? Сила-то больше нет? Ой, блядь. Я, наверное, нечаянно нажал бы. Перезарядись, блядь, она. А, вот сила. Так, собираем.
Так, лифт тоже у нас дальше что? Все хуйня выше. Да. Ага, туплю пиздец. Блять, два раза нажимаешь вправо. Она, блядь, вправо прыгает. Два раза влево, она влево прыгает. Ну, типа уклоны, хуёны, вся хуйня упрощенная, все, ну, блядь. Пиздец. Оно живое еще, блядь. Цепная реакция снимается, мешок зеленый. Короче, мороз, всякая хуйня. Ох ты, блядь! А я тихо. А так, блядь, я. Чем теперь снимать будет?
Ага, минус одна. Ой, за блядь. Что обыскать не могу, блядь? На нахуй! Сусать, бля! Готово. Наконец-то. Так, вот это что за хуйня? Так, сейчас не вышится. Это что такое? Очко навыка. Очки навыков начисляются при повышении уровня, также выполнении заданий и задач, чтобы открыть дерево навыков, выберите его и нажмите. ЛКМ. Так, воин, охотник, лучник, знахарь, лазутчик, мастер машин. Итак. Повышение эффективности уровня бонус, доступность Повышение эффективности пищи и ловушек. Возможность ставить больше ловушек. Влияет на повышение доступности владения мина нитеметами и канатометами. Okay. Эффективность дальнего боя, оружие, выносливость концентрации. Повышение скрытности, перехват машины, увеличение урона, повышение. Короче, пока что берем лучника. Вот. И освоим. Стоп, ничего не надо сразу, получается, дольше оставаться в этом режиме. Это концентрация. Мне надо урон. Воин. Это ближний бой. То есть. Тут еще не понял. Вскоре нас снова лежит нахуй, я не знаю. Знахарь. Больше здоровья действует дольше. Давай его возьмем. 3 связанных навыка. Раз, два. Эх, нихуя тут, блядь. Вот оно как выглядит. Все, нихуя. Ладно. Я могу их обнулить еще. Нихуя. Так, это что такое? Нихуя. Нихуя себе. Силок нету, в этом проблема. И перезапущу гейм. Восстановлю систему, уберу порчу. Сколько дел, сколько дел? Ебанёса. Так, сперва поищем сервер.
Ожерелье какое-то, или несу, так время не мог, да? Что это такое? Мы выносили альбом, но тут с тобой запись повреждена частично. Ого. Пожалуйста, будь здесь. Она здесь. С этим, Лис. Святотатцы! Свиные отродья! Я нашлю на вас беды и покараю могучей дланью! Ёбнулся. Богиня? Нет никакой богини. Я говорила тебе. Это не Гея. Не то, что я искала. Это просто обман. Понял. Вау. Прости. Ты умеешь обидеть. Ты в курсе? Но мне понравилось, как ты слетела с вышки и придавила те машины. Беда в том, что все может стать еще хуже. Зацепок нет, Варл. Но мне надо продолжать искать. И скорей. И для успеха я пожертвую всем. Незачем подвергать опасности других. Я все сделаю сама. Это мой поход в армию. Только мой. Подожди. Ты сказала, что в Меридиане тебе помогал какой-то Сайленс. Ты сказала, что советовала с ним о разных вещах из мира предтеч, которые никто не может понять. И он дал тебе копье, которым ты одолела Аида. Он ушел, Вар. Мы не общались после битвы против Аида. Да, но ведь шпион Марат из Меридиана хорошо умеет искать людей. Вару, я... Решайся, все получится. К тому же пора тебе повидаться с друзьями. Ладно, ну, пожалуй, ты прав. У нас впереди долгий путь. У меня есть идея получше.
Ой-ой-ой, я 2 FPS, ебать. Верните, блядь. Вот, спасибо. Спасительница Меридиана вернулась. Ты заслужила это. Ты спасла их? Еще нет. Именем короля солнца мы рады принять защитницу. В сторону. Марат, у Элой есть срочный разговор. Правда? И у меня тоже. Мои охотники несколько недель ищут тебя от закатной крепости до священной земли. Что-то случилось со шпилем. Идем. Я покажу. Смотри под ноги. Ты спасла нас, это да, но мы не все еще починили. Это случилось после солнцестояния. Хвала солнцу, мы придумали, как объяснить это. Иначе началась бы паника. Хуя там, ебать. Монумент, блядь. Как-то ночью, совсем ненадолго, он заполыхал красным. Из Меридиана смотрелось как игра света. Но кто был рядом, на вершине пламени, говорят, это не было отблеском. К сожалению, мне сказали, что свет шел от основания башни. Отсюда. Мы оставили все, как было. Что там случилось? Я не знаю. Шпиль должен отправлять сообщение в системе терраформирования. Но Аид пытался пробудить им древние боевые машины. Я была уверена, что оборвала связь. Подожди, я все проверю. Расскажи, что найдешь. Все это мне очень не нравится. Не знаю, будет трудно вытащить его из... С вершины шпиля был передан какой-то сигнал. Похоже, надо искать путь наверх. Надо искать путь наверх. Как туда подняться, блядь? Добейтесь до основания. Ну, я у основания туда. Где метод, да? Процессор. Фондовый процессор модуля ISF-RB-07. Тебе не повезло. Интеллекционная панель. Ага. Можно попробовать забраться по лесам у основания шпиля. Это часть убитого нами истребителя. Эта машина была последней линией обороны Аида. Она притащила сюда сферу, а потом чуть меня не убила, но... Теперь это просто груда металла. Ладно, я так понимаю, надо нарезались. Можно по этой камине нарезались? Нет, нельзя? Да. Значит, где-то здесь должен быть подъем. Ну, собственно, блядь, вот он.
Может, я допрыгну до того выступа позади? На, контрол левый. Ну как, пососи не, блять, окей. Камеру развернул, прыжок нажал, и все, пиздец. Блять, через контрол, прыгнув в бок, отклоните в, ну, ВСД в нужном направлении, нажмите контрол. Что, я же отклоняю, блять. Что не так нахуй? Да ладно, блять. Чтобы прыгнуть в бок, отклоните, ну, вправо-влево, в нужном направлении. Вот. Оп. О, блядь, теперь сработало. Хуй поймешь, как это работает. Удерживал, нажимал туда, никуда не работало. Сейчас сработало. Блин. А, мне надо вот код подтащить сюда. Теперь я смогу туда забраться. Я думала, что Сайленс помог мне, когда дал копье. Но, похоже, он провел меня. Оно что-то передало через шпиль. Сохранила Ида. Зачем ему это надо? Я найду Сайленса. Если выясню, куда он его отправил. Надеюсь, узел наверху поможет это узнать. Ебать, мне на самый верх, блядь, лезть. Похоже, обшивка отошла. Может, смогу подняться внутри? Хуя к этому роботов, нахуй, миллион. Фу, люди в ахуе, ебать, что ты делаешь? Ебать, что происходит? Что ж, Элой, вижу, ты наконец-то все поняла. Если честно, я удивлен, что ты так долго раскрывала мою уловку. Ты настроил копье, чтобы украсть Аида? Как можно быть таким безумцем? Безумцем? Это ты пыталась уничтожить Аида вместе со всеми его драгоценными знаниями. Что за таинственный сигнал пробудил его? Или где резервная копия Геи, которую ты так долго и упорно ищешь? Ты знал, но ничего мне не рассказал? У меня хватало своих проблем в последние полгода, Элой. Но я могу их решить, в отличие от тебя. Поэтому, когда ты поймешь, что мой обман был необходим, попробуй найти меня на запретном западе. И узнай то, что я обнаружил. Да уж, я тебя найду.
Ну что ж, имея координаты, добраться легко. Даже тебе. Надо рассказать Варлу и Мараду, что я нашла. Спасибо за приглашение в отряд. Я вроде как вернул себе молодость. Так. Продолжаем. Ты вошла внутрь и изменилась. Наебали. Почти как в день битвы. Я только рад, что сегодня идет дождь. Ненастья скрыла башню от глаз. Что ты обнаружила? Аид. Угрозы не миновала. Он ушел на запретный запад. Мне надо за ним. Ясно. Это будет непросто. Запад не зря называют запретным. Землями там правит племя грозных воинов. Тенакт. И они не пускают к себе чужаков. Впрочем, король солнца Ават сумел заключить хрупкий мир с ними. А через день или два туда отбывает наше посольство, к самой границе. Если ты отправишься в странствие под его эгидой, Тенакт могут и пропустить тебя, вместо того, чтобы устроить охоту. Ага, только убить мне не хватало. А, король солнца. Элой, я рад тебя видеть. Ты исчезла так внезапно, мы не успели отблагодарить тебя. Может, мы покажем защитнице копье, да? Итман, тихо. Да, мы пришли с дарами. Согласно этикету, мы должны вручить их во дворце. Но я думаю, церемониями можно пренебречь. Принесите их. Ават, это очень щедро, но я... Утит, да наша? Скорей. Надо вручить ей все, пока опять не сбежала. Зачем торопиться? Хуя, новая. Подгон, блядь. И как тебе? Как красиво. От имени граждан Дома Солнца. Эти дары будут знаком вечной благодарности. Хуя баба в микросхеме ходит, ля, нихуя себе. Возможно, ты хочешь пообщаться с друзьями. Скажи, как будешь готов отправиться. Новое копье. Нужно прикрепить к новому копью главный блокиратор. Поищу тут где-нибудь верстак. Спасительница. Вот. Верстак. Так, она достанет копье еще. Так, улучшение копья. Ключевой предмет редкий. И все? Так, главный блокиратор установлен. И кое-что новое, чтобы копить и выпускать энергию. Резонатор. А, можно головную хуйню на голове можно убирать и... Во, а ну, голову пиздим. Здорово. Тит, Ванаша, спасибо, что пришли. А как иначе? Пусть ты и бросил нас сразу после тяжелой битвы. Ванаша, хватит. Она же вернулась, так? Ненадолго. Я вижу этот ее взгляд. У нее появились новые дела, и они не в Меридиане. Я ушла не потому, что хотела этого. Мне... Охотница.
Не надо. Ты не должна перед нами оправдываться. Ты спасла нас. Если нужно уйти, иди. Мы все понимаем. Всегда. У вас, кажется, все хорошо. Наш броненосец заделался военным советником Короля Солнца. Теперь людям приходится выслушивать все его речи. Да пощадит солнце их души. По крайней мере, сука. Говорю что-то умное. Подъёбу. Что-что? Я уже заснула, пока ты говорил. А ты как, Ванаша? Присматриваю за Насади и Итаменом. Совмещаю охрану их жизни и... Дурное влияние. Ха, я про уход за ребенком, но твоя версия лучше. Не думала, что ты станешь няней. Итамену повезло. Эй, я не только сказки ему рассказываю. Насади была женой безумного короля, у нее есть враги. Я уже пресекла пару покушений. Да, можешь скрывать это, но внутри ты мягкая, как подушечка. О, хочешь узнать, какая? А? Ух ты ж. Мы говорили об Итамене. Я признаю, Итамен очень милый и забавный, и уважает меня, мне он нравится. Когда не забывает помыть руки после ловли червей в грязном саду за солнечной террасой. Давно я не бывала в закатной крепости. Что случилось с Кархой Тьмы? Ты разделалась с затмением, и у них не осталось жрецов и командиров, чтобы запугивать людей. Ават помиловал всех, кого силой заставили служить тьме. Люди ушли из крепости, вернув ее Аваду. Дом Солнца снова един. Ават хотел, чтобы Утит стал там командиром гарнизона, но наш капитан Милашка отказался. Ходят слухи, что он остался в Меридиане ради меня. Это чушь, конечно. Ну, знаем, знаем. Тебе пора. Иди, пошла прочь. Мы верим в тебя, защитница. Верим и помним. Но пообещай, охотница, что вернешься и расскажешь о своих приключениях. Если мне похвастаться нечем, хоть тебя послушаю. Да. Я рад видеть, что ты в добром здравии. Так, гос королем попить. Здоров. Ваше высочайшество, блядь. Я у нас солнце отражается каким-то. Скульптор хотел чего-то масштабного. Тяжелое такое? Больше. С камнями и позолотой. Но я подумал, ты вряд ли такое оценишь. Это правда. Прости, Ават. Рада тебя видеть, но не могу остаться. Ясно. Я надеялся, ты остановишься в городе. Может, в конце. Меридиан все еще в опасности. И не только он. Мне придется уйти на запад. На земле Тенакт. Во имя солнца Тенакт? Что ж, может, Марат уже говорил. После долгих лет вражды нам удалось заключить мировое соглашение. Через пару дней туда отправится посольство. Новое посольство особенное. Как и этот день, его украсит важная персона. Делегация встретится с Тенакт у света пустоши. Дадим сокровищ, а они вернут пленник. Фашава. Одного из лучших солдат. Солдата? Или захватчика? Нет. Не тот случай. Фашав мой кузен. Он не похож на таких, как Гелис. Он отправился на запад в надежде обуздать некоторые крайности. Но во время героической обороны нашего лагеря в Алых Песках его схватили. Он остался в плену. Твой кузен Фашав. Как долго он был у Тенакт? 5 лет. Послы Тенакт клянутся, что он в порядке, но не знаю. Их племя известно своей жестокостью. Как он выжил?
Хуяк он главный там. Встретишь его раньше меня. Передай, что я жду его в Меридиане. Там, где его. Непременно передам. Итамен счастлив. Ты подарил ему счастье, вытащив его из закатной крепости. Он растет достойным человеком. Именно такой и должен унаследовать корону. А разве корону наследуют не сыновья? Ну, да. Но сперва мне надо хотя бы жениться. Марат постоянно пытается подобрать мне невесту. Но я понял, что хочу разглядеть в них ту, кем они быть не могут. В любом случае, я никогда не стремился к трону и не хочу сидеть на нем вечно. Когда Итамен повзрослеет, я передам ему власть. А без короны я, наконец, смогу странствовать. Кто знает, может, составлю тебе компанию в путешествии. На словах все так просто. Когда ты говоришь о годах вражды, речь идет о красных набегах? Ну да, моя любимая тема. Я бы не спросила без надобности. Как ты знаешь, мой отец нападал на другие племена. Азирам, Банук и Нора сильно пострадали в сражениях с ним. Но Тинакт сумели отстоять себя. Собрали войско и напали на нас у света пустоши. Выгнали со своих земель. Вновь выстроить общение с ними было тяжело. Как ты убедил Тенакт начать диалог после войны? Так же, как привлек твое внимание. С помощью даров. Тенакт любит диадемы? Скорее, железо, специи и артефакты, добытые в бою. Мы встретились с ними несколько раз, и подарки сняли часть напряжения. Но новое посольство важнее предыдущих. Знак, что Тенакт не возобновят старую вражду. Мне пора идти. Подожди, Элой. Я должен кое-что спросить. С тех пор, как ты ушла, я не мог ни о чем думать. Сейчас неподходящий момент. Другого не будет. Ты снова уходишь, и я не знаю, когда еще мы увидимся. Я не пытаюсь остановить или удержать тебя. Но скажи, когда ты завершишь свое дело, ты вернешься в Меридиан? Надолго. Чтобы мы успели провести время вместе и смогли узнать друг друга получше. Так. Нихуя тут, блядь, Санта-Барбара намечается. Так, значки эмоционального возможности шинками невозможно привить себя. Выберите на непредвиденную конфронтацию. Типа, кулак, хуй там плавал, ебать, пошел ты нахуй. Мозги — это логика. Ага, понятно. Сердце, и она выразит сострадание и откроет то, во что верит всем сердцем. Адам... Я очень хочу вновь увидеть Меридиан. И тебя. Ну, будем клеить, а хуй нет. Хотя где-то. Мой поход. Это моя жизнь. Все, о чем я могу думать. Мне нельзя отвлекаться. А что будет потом? Просто не могу представить. Не знаю, с чего и начать. Что ж, если ты решишь начать с Меридиана, знай, что здесь тебя всегда будет ждать теплый прием. Выполни свою миссию. Я верю, ты добьешься успеха. И буду ждать возвращения. Клеится, блядь, ты посмотри. О, сука. Так, ну что? Элой, ты наговорилась с друзьями? Или еще не все? Все. Пора отправляться. Мне нужно на запад. И потребуется разрешение от Тенакт на проход по их землям. Где именно собирается ваше посольство? За преградой. Это каньон у западной границы Дома Солнца. Крепость Свет Пустоши на его дальнем краю.
Посольство собирается прямо у ее ворот. Это долгий поход. 2 недели пешком. Хуясно. Дней быстрой скачки доберемся. Вообще-то, нам стоит переночевать здесь. И выехать утром. Конечно. Все устроено. Ты нахуй остаешься, тип, ебать? Она уже поняла то, что, блядь, он... Да не, тип, ебать, ну ты тут останешься. Нахуй, ты не всрался там, блядь. Она сказала, что одна. Тебе на кой хуй это надо? О, все, он сейчас уснет, она сама съебется. Кого рот ебал? Оп. И все. Ожидаемо, типа, блять, ну прям по ней было видно то, что она скажет. Она еще до этого сказала, что она одна. Ну, а как выглядит? Блять, красиво аж. Нихуя себе, жираф. Черепахи, ебать. Блять, как красиво. Вот так ходи. Horizon 2. Запретный запад. Искры стали. Ха. Ни разу не видал, чтобы на них кто-нибудь ездил. Ха. Доставят в свет пустоши? Ну да, конечно, но не сегодня, пока нельзя. И почему же? Преграду, всю долину заполонили машины. Меня они не пугают. Не сомневаюсь, но мне запретили управлять подъемником, пока из скрежета горы не подадут сигнал. Слушай, я долго сюда добиралась и не собираюсь ждать.
так что или ты спустишь подъемник, или я. Но кто поднимет его обратно? Ладно, ладно. Только если кто спросит, ты меня заставила это сделать. Я вижу дым, но вокруг... Ну что ж, а продолжим, я думаю, в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.